Да. Пришел помочиться на мой труп, неблагодарный? А, кто вы такие? Мы ищем точильный камень. Ты не видел? А, был в этом зале один. Мой сын наточил на нем кинжал, которым потом пырнул меня в спину. Что? Этот ублюдок думал, что пора ему стать капитаном. Да, я его не баловал. Чему тут удивляться? В его возрасте я также поступил со своим отцом. Он убил своего отца? Где он теперь? Он хоть и ублюдок, но он мой ублюдок. И помогать вам я не стану. Значит, поможет кинжал. Эй! Он мой! Эй! Идем, сын. Нам пора. Подавись! Почему сын его предал? Убить родного отца из-за сокровища в голове не укладывается. Помни, что я сказал тебе. Всегда ожидай худшего. Ну, то есть, вряд ли он был хорошим папой, но... Ты не знаешь версию сына. Ну да. Будь готов! Ну, и как вам склад Фафнера? Точильного камня нет. Его забрал хозяин этого кинжала. Все самое хорошее унесли. О, ну, возьмите это в обмен на кинжал. Кинжал, который вы принесли, очень интересный. Вроде неказистый, но сделан качественно. В какой части храма вы его нашли? В спине разбойника. Он вроде был из какого-то большого клана. Может, камень у них? Возможно. Такой стиль я уже видел. Да, я готов. Увидимся!
Ничего себе! Это, наверное, ветвь мирового древа. Сын, не сходи с пути! Да, да, помню. Прыгаем. Правда? Это плохая мысль! Небоход Синдри еще там. Это если не хочешь лезть. Отец, можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно.
как думаешь, кто это выточил? Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Идем, закончим дело. Дорога завалена. Перелезем. Говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой. В Йотунхейм? Может. То лицо на горе – это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. Это что, олень? Не помню истории о великане с головой оленя. Кто он? Загадка поможет.
Ничего. Чего-то не хватает. Вдруг есть второй световой кристалл. Что тут сказано? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня. Смотри, сюда! Это что, смола? В пещере? Странно. Не помогло. Что-то важное для великанов. Они будто нас испытывают. Ну да, вроде правильно. Все би... Это ответ. Свобода. Ага, подходит. Что ж, давай. Ага, прелся. Что происходит? О, а я думал, появится мост. Твои великаны снова нас испытывают. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Звёзда! Так лучше, да? Спуститься, чтобы подняться? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? А, ты серьезно? Я всегда серьезен. Да,
Мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны – просто раса, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой, но он такой один. Эй, еще один кристалл. Только посмотри, тут все такое... Мертвое. Я хотел сказать древнее, но мертвое тоже верно.
Ого, сколько мертвецов. Скажи, что ты видишь. Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Статуя, мы перебрались. Прочесть можешь? Слушаюсь. О, это Дуратрор. Один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Пойди сюда. Этот язык я уже видел.
сын. Ладно.
На вершину, конечно. Ищем путь наверх. Вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Нет. То, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. Что это? Странно. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Эй, как думаешь, кто зажег тут факелы? Мертвым свет не нужен. Смотри в оба. Что это такое? Где мы? Мы в шахте. Если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Как его нужно использовать? Как же заставить крюк работать? Механизмы тут похожи на гномии, но камень явно клали йотуны. Наверное, великаны не просто добывали тут руду, они жили здесь. Что это значит? Слушаюсь. Странно. Что там? Кто-то написал только для великанов, а другой приписал еще для гномов. Давай мы допишем. Нет. У того факела механизм с шестернями и веревкой. Зачем это нужно? Thank you.
Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... Сын! О, нет. Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Не идет. Но может мы найдем путь наверх вон там? Ну, когда уберем все это. Сначала умел справляться с черным дыханием. Даже не думай, что я смог бы провести тебя через него, мешок с мясом. Я с чем хочешь могу справиться, особенно здесь. Когда-то мой народ тут всем командовал. Улучшил ловушки йотунов, да еще и обходные пути проложил. А ты как думаешь, почему они такие хитроумные? А, да, кстати, остерегайся ловушек. Ты часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Ловушки. Тут туннель, но тебе не пролезть. Лезь. Ладно. Что мы тут делаем? Можешь сдвинуть? Она тяжелая. Да, смогу. Что с ним? Он мертв. А, ну да.
Нет, не вышло. Вагонетка все еще... Я вижу. Вот. Вперед! Может, через те большие врата? Смотри, еще фонарь. Сломан. Брось его. Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю. Не вздумай брать ненужный хлам. Ладно.
еще рано уходить. Мы наверняка что-нибудь придумаем. Надо освободить веревку. А если забраться наверх с вагонетки? Надо достать веревку из-под завала, который ты там устроил. Может, через тот новый проход можно подняться? Увидим. О, тут все огромное. Ясное дело, это же гора.